Онлайн-трансляция спектаклей – единственный выход для театралов в условиях пандемии. Теперь классические произведения великих авторов оживают на экранах смартфонов, компьютеров и телевизоров. Самарский академический театр оперы и балета не бросил своих зрителей и показал им оперу Петра Чайковского по мотивам одноименной повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Эта музыкальная трагедия наполнена психологической правдивостью воспроизведения мыслей и чувств героев, их надеждами, страданиями, яркостью картин эпохи и напряженностью музыкально-драматического развития. Характерные черты стиля Чайковского получили здесь свое наиболее полное и совершенное выражение. До сих пор «Пиковая дама» остается одной из непревзойденных вершин классического оперного наследия. Транслировать постановки оперный театр начал с первой половины апреля. Самарские зрители уже увидели оперу «Борис Годунов», балет «Корсар», оперы «Кармен» и «Мадам Баттерфляй». Анатолий Головко, «События».